Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников и скульпторов «Мадонна с младенцем на троне и двумя ангелами» Джованни де Альмания и Антонио Виварини. 1449-1450 годы, дерево темпера 188/102. Иконография «Мадонна на троне», помещенном среди растительности, совмещена здесь с иконографией «Мадонна на лугу» или «Мадонна в зелени». Творчество венецианца Антонио Виварини относится как к эпохе поздней готики, так и к раннему Возрождению, которое в Венеции наступило позже, чем в других государствах Италии. Готика Венеции была пышная, роскошная, но и строгая. Это проявлено в декоре великолепного трона Богоматери, ее торжественного седалища мудрости. От Возрождения же Виварини берет внимательное отношение к передаче объемов, точности светотеневой пластики, перспективным ракурсам. Поэтому он наряду с Якопо Беллини почитается пионером венецианского ренессанса. Виварини обычно работал вместе с зятем, мужем сестры Джованни де Альмания, немцем по происхождению, отсюда и прозвище. Альмания по-итальянски звучит «Германия». Республика регулярно поставляла заказы своим художникам, и этот образ, как полагают, является лишь частью общего алтарного ряда, исполненного около 1450 года и является результатом их совместного творчества. Незадолго до этого мастера замечательно оформили алтарь церкви Сан-Джакария в Вероне и триптих венецианской Сколе делла Карита. Ну так вкратце о работе «Мадонна с младенцем на троне и двумя ангелами» Джованни Альмания и Антонио Виварини. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.